Ти що кажу? Бля, 120 минут. Сейчас другая машина будет. Я Паш, не вижу. Чай гадай, чай. Чуешь, Паш? А можно собрать эти машины назад? Положил, а куда Давид побежал? Машина стоит, она уже. Не знаю, как делится. Бля, глушат, сука. Бля, она утрубнула по дому, блядь. Мина. Ну вот еще одна, бля. Вперед. А что там? Нашу одно прицепало. А. Блядь. Погнали. Где, здесь? Что там, Давид? Все, ребята, много людей, не ходите, блядь. Казал, блядь, не сидите. Что там? Кто-то вот пидор, блядь, отсюда прямо и наводки дает. Сейчас принесу носилки, стоп, давай, мне есть. Сейчас. У меня носилки надо, сейчас притяну, мне есть машина. Понял. Подожди. Дружи, подкинь нас за носилками 100 метров. Сюда, налево. 200-300 там вроде. Ну, бля, сейчас вытянем. Привалило. Ну, вроде и живые, да. Возле Вольво вот эта зеленая слева. Ну, возле Спартана. Тормози. Ага, есть. Спасибо, дружи. 200-300 там, сейчас носилки у меня. Носилки у меня в машине есть, сейчас привезу. Не наши. Все, один? Не, все, забрали его. Вон, на этом везут.